Лучший антидепрессант – это, как известно, собранный в отпуск чемодан. Но если по каким-то причинам уехать в места, где море и все включено этим летом не получается, можно поискать что-то поближе. Телеканал ТВ «Реутов» начинает серию сюжетов, в которых мы расскажем о том, где можно отдохнуть жителям нашего города. Недалеко, качественно и относительно недорого. Начинаем с подмосковного хита – озера Бисерово. Это самое близкое к Москве реликтовое озеро. Находится всего в 25 километрах от МКАД. Добираемся на машине по шоссе энтузиастов, затем по Горьковскому шоссе до Новой Купавны и далее по Бисеровскому шоссе. Альтернативный вариант – электричка от Курского вокзала до станции Купавна. От Реутова стоит 27 рублей и занимает 30 минут. Далее пешком, либо на автобусе или маршрутке. Маршруты проходят вдоль озера. Прибыли на место? Любители порыбачить могут отправиться на платную рыбалку. Ее предлагает Бисеровский рыбокомбинат на специальных озерах, расположенных недалеко от озера основного. Ловится карп, форель, осетр. Стоимость удовольствия в среднем 2-3 тысячи рублей. Здесь же можно арендовать беседку, лодку и снасти. Есть рыбалка и на основном озере, бесплатная. Там больше десятка рыб. Окуни, караси, щуки, самы. Здесь рыбы вообще много. Здесь лещ, карась. Вот, даже кефальт уже есть. Я думаю, и хищник есть. Вот я сам лещей ловил. По местной легенде, озеро Бисерово получило имя благодаря Екатерине Великой. Императрица якобы гуляла по берегу и уронила в воду украшение из бисера. Пропажу не нашли, а название Бисерово закрепилось. Куда менее романтичная версия, озеро названо по имени населенного пункта, который расположился рядом. Это село Бисерово с крупным храмом Богоявления. Кстати, площадь озера Бисерово около 5 квадратных километров. Максимальная глубина 4 метра. В озеро впадает ручей, а в акватории бьют несколько ключей. Так что вода здесь вполне пригодна для купания. Вы знаете, мы много озер объезжали. И Купавна, и Новая Купавна, и вот Бисеровские озера. Здесь самое такое лучшее место. Здесь очень комфортно, здесь хороший берег. Очень такой покров травяной прям до самой воды. Нам здесь очень нравится. На озере Бисерово сегодня 14 пляжей разной степени ухоженности. Исследовав окрестности, мы обнаружили, что одно из лучших мест – база отдыха в западной части озера. Здесь чистый поросший травой берег и небольшой пирс для головокружительных прыжков прямо в воду. Мы все попробовали, по берегу проехали, нам больше здесь вот так нравится. Здесь народ так хорошо. Если будем приехать, то будем так спокойнее, интереснее. Здесь можно попробовать сапсерфинг, покататься на ватрушке или банане. Рядом зонтики, лежаки и даже шатры, арендовать которые на целый день стоит 5000. Есть и шашлык с пловом, на случай, если проголодаетесь. Из минусов – отсутствие кабинок для переодевания и плохая дорога на подъезде. Но альтернатива всегда найдется. Об этом в следующих выпусках. Приятного отдыха! Евгений Сафаров, Станислав Хрычков, телеканал ТВ «Реутов».